В Ленинском городском округе Николай Григорьевич Алексеев – личность легендарная. Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии, старшина первой статьи, майор милиции, много и с большим удовольствием работал с детьми и молодежью. Благодаря его инициативе призывники муниципалитета начали служить на эсминце «Гремящий». У него была такая обаятельная улыбка. Он невысокого роста, худощавый, но очень крепкий, удивительным твердый духом человек. Потомки Алексеева, которому в минувшем году исполнилось бы 100 лет, подарили историко-культурному центру форменку Николая Григорьевича. Именно этот предмет одежды стал отправной точкой для урока мужества. Через экспонат ребятам рассказали об истории флота и ключевых терминах в словаре моряка. Мне понравилось то, что все моряки в таких стильняшках ходят. Это такая одежда морячная. Ага. А моряки, они кто? Они где служат-то? В армии. Воспитанники подготовительной к школе группе про гимназии с большим удовольствием выслушали познавательную информацию и даже блистали своей эрудицией. Ребята точно знают, как отличить тельняшки пограничника и работника МЧС. Но особый восторг у мальчишек и девчонок вызвала выставка предметов морского флота, которые можно было потрогать. Ты бы хотел быть моряком? Расскажи мне. Да. Я хотел быть, как мой папа. Папа служил на подводной лодке. Виртуальное путешествие по истории флота совершенно точно останется в памяти дошколят. И, возможно, спустя десятилетия кто-то из них с теплотой вспомнит, что благодаря именно этому уроку он стал морским офицером и ничуть об этом не жалеет. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.